Свое первое путешествие Виктор и Мирон отправились по реке, когда стояла большая вода, и их ждали настоящие приключения. Левее, Бери, левее! Там быстрина! Чего ты скачешь, как вошь на гребешке? Левее, Бери, мы же потонем! Не будь на деревенский бугай! Замри! Уж догоню. Спасибо, что живы остались. В каком же месте не потерпели корабли крушения? Скорее всего, возле острова. Привет, ребята! Привет. Почему Юлька при мне никогда не поет? Спроси. Не обиделась, не бойся. Она сама кого угодно за день достанет. Точно психом станешь. Ты что делал? Может, пойдем порыбачим? Читал. Вот. Нет. Мне лучше на PlayStation, в Doom рубиться. А у меня есть идея. Пройти маршрутом героев этой книги. Видите вот этот остров? Угу. Войну партизаны много раз пытались выбить отсюда немцев. А те стояли насмерть. Вот интересно, почему? Что там было такого? Вы историк? Я ищу забытые места боев. Благородно. На берегу. Может быть, во дерево? Вперед. Мы влипли. Что это такое? Приключения. Мы же мечтали об этом. Я не мечтал. Что же из тебя дальше будете сидеть уже, Расхис? Эх ты. Это мы еще посмотрим. Кто крепче? Ляска, чувствуешь дно? Под нами болото. Друзья отправились на остров за редкими растениями, а попали в настоящее приключение. Салют, Примадонна. Все поешь? Все читаешь, профессор? Слушай дальше. Тут есть остров. Да, есть. Местные, между прочим, туда не ездят. Почему это? Там призраки живут. Понял? Это дед так пугает. Пройти по следам героев книги. Это будет улетно. Это же открытие. А как мы попадем туда? На лодке. Дед лодку не даст. Весла под замком держит. Что вы, как сонные мухи, честное слово. Нас родители сослали на лето в эту бобровку. Лишили компьютеров. А мы тут киснем. Займемся делом. И в деревне лодку не дадут. Не видишь, какая большая вода? А я уговорю деда. Он поймет, как это будет важно. Изучить остров. Ты? Что-то я сомневаюсь, что деда можно уговорить. Если высохнем в такой одежде, станем как мумии. Да, хорошо бы это все смыть и высушить. Давай по команде. Давай. Раз,
2. 3. Да. Еды у нас нет, а искать нас здесь никто не будет. Согласен. Бери ведро, внучка. Здрасте. Привет, Илюшка. Возьми весло. Можно нам на вашей лодке поплавать? Ни в коем случае. Вода высокая, ёшкин клёш. Опасно. Неси. Ставь. Нет, в сарай не попасть. Нам надо на остров, кровь из носа. Ну-ка, отойди. Чего они там? Думают, как весла украсть. Чего? Им нужно на Бобровый остров. Что они там не видели? Бобров? Таких давно там нет, перевелись. Бобры, где твоя куртка? В сенях висит. Илья следил, как ты ключ в карман положил. Заберут ключ, достанут весла. Поплывут, а то, что потонут, и сомневаться нечего. Не видать им ключа. Сходи-ка, ведро принеси. Ну что, путешественники, там корыто есть? Может, спустите на воду, поставите парус? Чем не корабль? Чего она такая злая? Сам виноват. Не понял. Все должны ей восхищаться. Попросил бы ее спеть. Поломалась бы, но оценила. Делать мне нечего. Уважаемый Семен Владленович, позвольте обратиться к вам. Позволяю. Мы находимся в 5 километрах от научного и культурного открытия. Если мы установим, что на острове происходили события повести Янки Мавра «Полесские Робинзоны», ну, надеюсь, вы читали ее в детстве. Да. Это будет сенсация. Многие и многие захотят увидеть места подлинных событий. Закипит бурная и оживленная жизнь. Какая жизнь? Будут проводиться экскурсии. Разве вы не хотите этого? Только объясни мне, дружок, мне это нужно? У нас же вот грибы, ягода, рыбалка. А твои экскурсанты вытопчут все. За грибами на базар будем ездить. Вот. Скажи, такая жизнь мне нужна, а? Вы не хотите помочь науке? А может, наука как-нибудь без меня? Ну что ж вы такие? Чего он, обиделся, что ли? Эх, Семен Владленович, Семен Владленович. Где в синеве небесной горит моя звезда? Спичкам хана. А нож твой где? Остался в Сидоре. Плохо дело. Хлеб – неприкосновенный запас. Согласен? На самый крайний случай? Да. Что, если мы здесь надолго застряли? Лет на 100. Нытье хозяйчие. Тебе на печке сидеть, а не путешествовать. Что-то я не слышал, чтобы у нас в округе кто-нибудь погибал, заблудившись в лесу. Да еще и летом.
Это же не джунгли. Угу. Без вас никак, Семен Владленович. Да и люди говорят, только вы можете помочь. Дело-то простое. Доведете до острова и возвращайтесь. А заплатить я могу прямо сейчас. Захотите, останетесь со мной, поможете. Разумеется, за отдельную плату. Думаю, дня за три выясним, стоит ли там стараться. Ну что вы смотрите на меня, как на английского шпиона? Я журналист. Пожалуйста, документы могу показать. Что мне твои бумажки? Остров-то тебе зачем? Так это редакторское задание. А, ну ежели задание, то чего уж там. Можно на лодке по воде. Ага. А можно покороче через болото. Так я люблю покороче. Знаете, как Суворов. Сколько через Альпы и там. Вот так. Как Суворов. Ох, Мирон, ты что вообще? А если бы крючок в руку? А откуда я знал, что ты там прохлаждаешься? А я кое-что знаю. Ну? Вон, видел дяденьку? И что? Дед с ним куда-то ушел. Привет. О, явился, не запылился. Отступать не в моих правилах. Я уговорю деда. Где он? Ушел. Думаю, к вечеру вернется. К вечеру? Ну вот, все. Что все? Благодать кончилась. Дальше болото. Может, сарай через крышу? Или подкоп? А? Ага. Вижу, с вами каши не сваришь. Связался я с малолетками. А сам-то на месяц старше. Тихо, ребята, не ссорьтесь. У меня видение. Что у тебя? Мне только ваших глюков не хватало. Надо идти к дому. Вижу темную фигуру. Она спускается с табуретки в углу. Что с тобой? Ключи там. Где? За иконой. Так возьми. Вообще-то воровать нехорошо. Но мы же вернем, где-то не узнает. А он? Ну, не знаю. Боженька, прости нас, пожалуйста. Нам очень надо, очень-очень. Не для себя стараемся, для науки. И деда мы обманывать не будем, признаемся сразу. Не сердись на нас, Боженька. Ладно? Теперь можно? Ты экстрасенс? А что тут такого? Обычное дело. Ну ты даешь. Так это ж камни. Мост был когда-то. На остров обозы ходили. Ну вот. А что там было на острове? Замок Пана. Как-то все становится забавным. Так.
А меня с рюкзаком выдержит? Давай, давай. А если ухну, засосет? А то и болото. Мост не сплошной был. Соединялся деревянными помостами. Поднимут их. Враг не пройдет, не проедет. А что за пан-то был? Не слыхал про такого? Так ведь когда жил? 1000 лет тому назад, да может и больше. Откуда же знать? Опа. Держи, Илья. Так, сестренка, а ты куда? С вами. Женщина на корабле – плохая примета. Так говорили настоящие морские волки. Чихала я на приметы. И на волков тоже. Я не только поплыву, но и буду вашим капитаном. Нет, сестренка, этот номер не пройдет. Вылазь из лодки. Да если бы не я и мои телепатические способности, вы бы никуда не поплыли. Поэтому имею полное право ставить условия. Какие еще условия? Второе условие. Вы будете исполнять мое любое желание. Я буду для вас королевой. А позвольте у вас уточнить. Так вы капитан или... Без «или». Я капитан-королева. Илья, помоги мне вытащить ее из лодки. Только троньте. Я буду кричать. Кричи на здоровье. Нет, Илья, подожди. Она такая голосистая, что вся деревня сбежится. Деда нет, а весла отберут. Так что, оставлять нам ее? Нет у нас другого выхода, ёшкин клёш. Вот так-то лучше, мальчики. Да. Вперед! По следам полесских робинзонов. Это же надо. Каменная кладка в болоте. Молодцы предки, умели строить. Так это что? Замок, говорят, был чуть не до неба. Ха. А руины сохранились? Ни кирпичика. Пан на 101-м году умер. И замок сразу исчез после его смерти. Ну вот, растворился в воздухе, облачком растаял. Вот как? Говорят, он кровь пил, только детскую. Поутру хлобысь так стаканчик, и хорошо, как огурчик. Вот это я понимаю, аристократ. Не знаю, поутру или нет, а только была у него такая потребность. Ладно, дед. Потравили байки. Пойдем дальше. Утки. Эх, если бы одна села мне на голову, я бы ее хвать. И что бы ты с ней делала без огня? Съел бы сырую. Давай по кусочку. Еще больше есть хочу. Я тоже. Зря только съели. До утра. Что это? Пусти! Что ты делаешь? А если нападет, она спящая? Кто? Не знаю. Может, какое-нибудь чудовище. Ни души. Впрочем, ладно, Влад Леонидович. Пан, паном, знаешь, у нас что не остров, сказание, что не озеро, легенда. Байки в сторону. Займемся делом. Я к вечеру домой должен явиться. Там дети.
и коза. Ничего с ними не случится. Ага. Придешь утром. А сейчас поставим палаточку, погуляем по острову. Ты мне покажешь, где здесь бои шли? Ферштейн? Ферштейн. Садись на лавку. Стоишь как... Ты забыл, братик. Я королева. Кульнешься и утонешь. Русалкой будешь. Русалки не поют. Как им петь, если во рту вода? Какие вы противные. Оба. Вот мы, кажется, и на месте. Потом прихорашиваться будешь. Швартуй лодку. Раскомандовался больно. Я капитан. Швартуй лодку, капитан. Какой-то час, и мы на острове, и это все благодаря мне. Мне всегда сопутствует удача. Такова моя планида. Илья, объясни Мирону, что такое планида. Он у нас троечник. Лодка! Бегом! А как же мы вернемся? Что-то я сомневаюсь, что нам повезло больше, чем им. Ёшкин клёш. Да. Так не бывает. Как? Чтобы все повторилось в точности, как у них. У них лодка уплыла, и у нас. Ну, у этих ребят из книжки. У них ничего не осталось, и у нас. Одного еще и Мироном звали. Возможно, дед был прав, и мы оказались в заколдованном месте. Какое еще заколдованное место? А ты вообще молчи. Из-за тебя мы здесь застряли. Сказал бы, привяжи. Я бы и привязала. Я тебе сказал, пришвартуй. Откуда я знала, что это значит? Не оправдывайся. Юля, надо признавать свою вину. Больно умные. Мирон! Заяц? Смотри, на него филин ночью напал. Отец говорил, зайцы жуть как кричат. Ты хотел есть сырое мясо? Ешь. Нет. Шкуру надо снять. Где твой нож? Чу-чу. Так о чем говорить? Значит, мы будем сидеть, смотреть на зайца и помирать с голоду? Вроде глупо. Думай, Витька, думай. У меня с голоду голова не варит. А ну-ка я. Ай-яй-яй, больно-то как! Ай-яй-яй, больно! Больно! Да, острый. Прямо как бритва. Все? А мобильники? Я свой не брала. Мой крякнулся. А мой в рюкзаке купается. Самое ценное нож и спич.
крючки. Угу, крючки. Фу. Червяки. И чё? Рыбы наловлю, еда будет. Сырую будем есть? Негигиенично. Я голос потеряю. Угу. Уж лучше я с голоду умру. У тебя такой голос, что можно? Что-что? Ладно. Что это за штуковина? Металлодетектор. Найдет монету на глубине 2 метров. Главный инструмент археолога. Так ты же вроде журналист. Хм. Верно. Но есть мечта. Какая, если не секрет? Слышал что-нибудь про Шлимана? Был такой человек. Чудак. Дилетант. Купец, оставивший свои дела ради археологии. С текстом Илиады в руках откопал гомеровскую Трою. Более того, нашел сокровище царя Приама. Ты представляешь, что это были за сокровища? А ведь ему просто повезло. Я тоже хочу найти свою Трою. Посреди Европы 2 мальчика и 1 девочка оказались в первобытных условиях. Ни интернета, ни компьютера, ни телефона. Даже огня нет. Да, и никто не знает, как им хочется есть. А ты меньше думай о еде. Что я могу, если думается? Лучше думай о том, что мы выживаем, как в начале цивилизации, как наши пращуры. Если они выжили, то и мы выживем. Стоп! Дальше болото. Точно как на карте. Давайте туда. Там повыше и по суше. Привал. Человек без еды может прожить 40 дней. Угу. А вот без воды гораздо меньше. Ну, воды у нас достаточно. А еды найдем в лесу. Главное не киснуть. Илья, ну помолчи немного. Так. Зачем капуста? Да. Она съедобная. Ну как? Дай-ка мне. Тьфу. А мне ничего. Держи. А она точно не повредит? Только на пользу пойдет. Так, ребята, давайте скорее. Ноги в руки, пока туч нет. А зачем тебе солнце? Чё, наели, что ли? А я как был голодным, так и остался. Только что-то теперь в глазах стало косить от этой зайчьей капусты. А у меня? Ох, Юлька.
Бросай это. Ладно. И что это будет? Прижми. Так. Как это наши предки справлялись с такой морокой? Трудно было жить до революции. Да, точно. Полный ход. Без остановок. Давай ты. Хорошо. Давай, давай, наш паровоз вперед летит. Кому не остановка. Так, так, пошло, пошло. А что немцы так держали за этот остров-то? Этого мне не доложили. Ни наши, ни ихние, так что не знаю. Только полегло тут много народу. И с одной, и с другой стороны. Да здесь все напичкано металлом. Клондайк. Тебе цены нет, старик. Ну, раз доволен, то и ладно. На. Пойду до дому, пока светло. Вольному воля. Спасенному рай. Круто, Илья. Элементарная физика. Я бы не догадался. Какой ты молодец, Илья. У нас теперь есть огонь. Я думал, разведем костер, дым повалит, примчится МЧС. А тут видишь этот поворот. Как насчет жареной рыбки, сестренка? Не против. Ухи не обещаю, а вот рыбку пожарить на костре смогу. Поедим до отвала. Посмотрим. Илья, не молчи. А то я только и думаю о еде. Неужели твои робинзоны сырой зайчатину ели? У них же не было огня. Ну, расскажи. Эх, хорошо быть сытым. Понимаешь, мы за день прошли больше, чем человек прошел за тысячелетия. И что? А то, что пока огонь добыл, пока нож придумал. А мы за день управились и сидим сытые. Ты краса! Сейчас дождь начнется! Откуда она взяла? А что? Огонь спасай! Ага! Ветки ломай! Тащи! А я что делаю? Давай! Где доска? Не ищи. Я ее надежно спрятал. А ты ж без нее никуда. Не нервничай, Влад Леонидович. Поешь. Вода большая, рыба разбрелась, только одна и попалась. Позор. Двое мужчин и не могут прокормить одну хрупкую женщину. И в знак протеста
Я объявляю голодовку. Ну, Юля. Отстаньте. Напрасно Юлька голодовку объявила. Зато нам больше достанется. Собрали бы лучше заячьей капусты на гарнир. Точно! Мы мигом. Я не хотела. Честное слово, она сама. Есть хочу, а вам все равно. Ну давай, поной, от этого легче станет. Помнишь, дед Семен грибы привез? Значит, они здесь есть? Поищи. А ты куда? Думаю, с утра будет клев. Пойду, найду уловистое место. А я тогда грибы пойду поищу. Ага, а меня одну оставишь? Ну, молодец. Так пойдем. Начинаешь исправляться. Знаешь, что это? Кольник колосистый, стебель у него продольный, а соцветия собраны в колос. А это что за цветы? Это мыльнянка обыкновенная. Теперь я на 100% уверен, что Виктор и Мирон были здесь. Они тоже видели эти цветы, когда блуждали по острову. А подари мне букет. Ты что? Это редкое растение. Хотя бы один цветочек. Но если сильно-сильно попрошу. Прости, Юля, но нет. Тогда ищи сам эти грибы. Ой, а кто это? Это дергач. И он здесь. Удивительный путешественник. Пешком из самой Африки.
Как это пешком? Ну, вот так. Взял и притопал. Из Африки? Да. Чего топать-то? Он же птица. Они плохо летают. И поднимаются в воздух тогда, когда на дороге встретится вода или какое препятствие. Если плохо летают, то можно ж поймать. Затем он шел пешком из Африки, чтобы мы его потом поймали и слопали. Он же молодец. Я сам также хочу упорно идти к цели. А какая у тебя цель? Слишком много еще в природе тайн. Кому-то надо их разгадывать. Дед, а у вас лодки воруют? Да нет, воровства пока нет. Ну, а течением, к примеру, сносит? А, это бывает. Мальчишки покатаются, бросят абы как. Большое судно пройдет по реке, волной смывает. За детьми глаз да глаз нужен. Я весла от своих под замком держу. А че вдруг про лодку? А, Владимир Леонидович, Не, я руки марать не буду. Может, из этого моего батьку убили, а я понесу. Не. Тьфу. Да не бунтуй, дед. Не понесешь, не надо. Ты не нервничай, Владленович. Все окей. Все ладненько. Куда пропал Мирон? Если б не клевало, пришел бы. Значит, клюет. И сморчков мы не собрали. Нет тут сморчков, не те места. Искать нечего. И в книжке они тоже не упоминаются. Ну где Мирон? Давай помогай. А у Витьки и Мирона зайчатина была. Повезло им. Ну, с зайчатиной у них тоже возникли проблемы. Тихо, Мирон. Да ушел медведь. Проверь запасы. Хорошо. Да. Мяса нету. Как это нету? Это медведь. Да чтоб тебя разорвало. Встретимся. Хвост оторву. Чего ж ты тогда драпанул? Не знаю. Ты побежал, я побежал. Давай все-таки поищем. Вдруг Мишка нам оставил кусочек. Ну, поищем. Витька, иди сюда. Что это? Окурок. Где ты его нашел? Вот здесь. Сухой. После дождя здесь кто-то был. Да. Но далеко он идти не мог. Эй! Люди! 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 Эй, люди! Вы люди! Где? Идите сюда! Мы здесь! Тихо! А может быть, он видит и слышит нас? Думаешь, враги? Не знаю. А мы шалаш построили. Почти. Ой, сколько рыбы! Что с тобой? Фашисты. У него что-то с головой.
Мирон, братик, что с тобой? Да успокойся ты. В порядке я. Я деда видел. Какого? Нашего. А ты его позвал на помощь? Позовешь. Его под автоматом вел настоящий фашист. Настоящий. Ты вообще видел настоящих фашистов? 1000 раз. В кино. Там артисты играют. В документальном кино тоже артисты играют. Так, ребята, подождите. Я запуталась. Ты видел деда. Его арестовал фашист. А откуда он взялся? Дед был прав. Этот остров. На нем призраки живут. Вот откуда. То есть? По острову живые фашисты ходят? Может, ты задремал, Мирон? И тебе приснилось? Да нет же. Я их видел, как вас вижу. Вы понимаете или нет? Ладно, ладно. Надо подумать. Я деда видел. Какого? Нашего. А ты его позвал на помощь? Позовел. Его под автоматом вел настоящий фашист. Лодка бы не помешала. Это добро через болото не пронесешь. Добро. Металлолом.
Такой товар, скажешь тоже. Видишь это? Ее почистить, лачком покрыть, сотку баксов за нее точно возьмешь. А вот за это еще 20 накинут. Не может быть. Кто за дырку платить будет? Люди, дед. Люди. Журналистом прикинулся. Вот жук, а. Тебе корки показать? А, у тебя этих корочек. А какая разница, кто я? Да. Может, прокурор, а может, бандит. Вот, скажем, нашел бандит клад. Что для него в таком случае самое важное? Чтобы никто о нем не знал. А ты знаешь. Отпусти я тебя. В органы побежишь? Как на моем месте в таком случае должен поступить бандит? Ну, со мной еще справиться надо. Да шучу я, Владленыч. Давай перекусим. Потом я отлучусь на часок, а ты отдохни. Вернусь, обследуем верхнюю часть острова. Нет, туда я не пойду. Как не пойдешь? А я тебя уговорю. Ты что делаешь? А если дым почуют? Кто? Ну, те, кого видел Мирон. Ты думаешь, их много? Ну, если они с прошлого, то да. Да тише вы. Еще услышат. План у нас будет такой. Мы идем в то место, где Мирон видел фашистов. Мы должны обнаружить их раньше, чем они нас. Важно узнать, как этот человек попал на остров. По болоту или на лодке? А если окурок попал сюда иначе? Подумай, кому надо посмотреть на наше убежище, покурить и потащиться обратно? Тихо. А что мы здесь лежим? Давай вылазим. Это ж свои. Я тебе дам свои. Откуда ты знаешь? И все-таки как решим? Их двое. Видимо, Селенские. Тебя не видели? Нет. Окурок нашли. Обрадовались. Звали. Но я не стал показываться. Ага. Проверим тайник. Все на месте. Я тут прикинул, им лет по 12 будет. Это уже большевистские выкумыши. Натасканы, небось, как собаки. Пионеры. Вернуться, рассказать, что курят, видели. А местные селяне вряд ли папиросы курят. Значит, что? Чужаки. А народ здесь осторожный, граница рядом. Надо найти этих пионеров. А чего их искать? Сами прибегут. Не отзываются. Не может быть, чтобы они выстрелы не слышали. Давай. Слушай, может, ну их. Они нас не видели. Заберем товары домой. Нас к утру ждут. За мной умник. Это самый наш надежный тайник. И что? Что-что. Пионеры не должны добраться до людей. Понятно? Понятно.
Нужно вернуться, убрать слапник и угли закопать, чтобы никаких наших следов не осталось. Поздно. Они уже туда пошли. А там один из них уже был. Так. Ого, динамит. Вот это да. Это диверсанты. Нужно перепрятать его. Нет времени. Витька, Витька, ты что делаешь? Спокойно. Витька! Витька! Вот так. Первая пошла. Козликин, тревожную ракету на заставу. Наша лодка. Смотри, в ней что-то лежит. Оружие. Что будем делать? Поплывем домой. Ага, а деда здесь оставим. Давай пока притопим лодку. А весла спрячем. Вряд ли привидение будет искать старое оружие. Значит, это бандит. Надо спасать деда. Тише. Ой, дядечка, не надо! Дядечка, лежать! Не надо! Дядя! Дай сюда, гаденыш! Глаз с него не спускай, понял? Держи. Че с ними возиться, а? Ты что-то не хочешь? Тебе что, болота мало? Понял. Что с ним? Иди посмотри. Ладно. Что с ним? А? Мирон, скорее за мной! Буду! А ну стоять, пионеры! Стрелять буду! Че это такое было? Ты видел? Ничего не понимаю. Черт с ними. Пошли. Да нельзя туда ходить. Там пан шутки шутит. Слушай, дед. Я, по-твоему, похож на ребенка? Что ты мне байки травишь? Пан шутит. Люди пропадали? И много пропало. Ну, нас Бог миловал, а в старину было. В старину, дед. Шило на мыло меняли. Да что за шутки с ножом? Правильно. Ты моих шуток бойся, а не пана своего, козлоногого. Давай, пошел. Шнель. Да этот порежет нас, как цыплят. А если я скажу ему, что стыдно пожилых обижать? Ты что? Это же бандит. Вот что. Будем идти следом и выжидать момент. Как только этот отвернется, мы сразу деда за руку и в кусты. Побежим к лодке.
выкинем все железяки и поплывем себе. Как план? Вперед! Давай, веди, где немцы стояли. Были же у них блиндажи, укрытия какие? Или что там еще? Так это в гору надо. И зачем дело стало? Так иди вперед. Я за тобой. Да что это? Илья, куда они делись? Я понял. И знаю, что случилось с Витькой и Мироном. Стой, подожди, а то сам еще исчезнешь. Я чего-то не пойму. Мы кого спасаем? Мы деда спасаем. Ты, Илья, ему чужой, поэтому можешь остаться. А мы с братом пойдем. Ты хоть знаешь, что там? Там мой дед. Если боитесь, я одна пойду. Отпусти. Между прочим, я своих друзей не бросаю. Но ведь дед говорил, что здесь никто не живет. Откуда же... Вот это да! Вы буржуи? Да видно же. Контра. Кто? Нет, мы такие же хлопцы, как и вы. А чего одеты, как барчуки? Вон какие на вас шмотки. Какие такие? Теперь все так одеваются. Значит, мировая революция победила? От буржуев и духу не осталось? Здорово. Да, буржуев нет. Это факт. Правда, олигархи появились. А это кто такие? Откуда взялись? Вы же коммунизм уже построили? Ну, не совсем. Я вас узнаю. Ты Виктор, а ты Мирон? Откуда? Про вас книгу написал. Хороший писатель, Янка Мавр. Давайте знакомиться. Витя. Илья. Мирон. Мирон. Тёзки. Выходит так. Этот пан нарочно заманил вас. Я тоже так думаю. Сперва он пропустил старика с каким-то парнем. Старик дед мой. Пан знал, что вы за дедом пойдете. А когда они появились, он хватит и в замок. Мы видели. Подожди. Как это хватит? Он чудодей. Все может. Он стоит рядом с тобой, а потом раз и нет его. Он уже за 100 метров от тебя. Его слушаться надо. Мы от него много раз домой сбежать пытались. А он из-за этого в подземелье сажал. Чуть с голоду не поумирали. Кажется, теперь мы влипли по-настоящему. Прости, Господь, проходит миг оборванной струной. Прости за страх, за скорбный лик, беда тому виной. Прости за пагубность надежд, прости меня, прошу. И отец-то след, всего лишь след, душе своей ношу. Прелестно. Прелестно. Где мой дед? Зачем я старалась? Никуда он не денется.
Да и не в нем дело, а в том, что у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Спасибо. Даже юбилей. 900 лет. Ого, столько же ведь не живут. Живут, милая, живут. Ведь я чародей, кудесник, маг, колдун, чернокнижник и так далее, и так далее, и так далее. Вы меня к деду ведите, раз обещали. Не сбивай меня с мысли. Тебе дарят подарки на день рождения? А как же, конечно. А вот я сирота. И кто мне что подарит? Что, совсем некому? Некому. Нет у меня ни отца, ни матери. Никого нет. И вот я по случаю юбилея решил сам себя одарить. С этой стороны зайди, а с той выйди. Да не хочу я. Еще обратите в какую-нибудь кикимору. Как это не хочу? А деда увидеть хочешь? Здесь знаешь, какие подземелья? Лучше не знать. Иди, иди. Прелестно. Прелестно. Не будем ждать приглашения. Никто ко мне так нахально не стучал. У тебя будет много нарядов. Ты сможешь менять их каждый день. Как тебе акустика зала? Очень хорошая. Ты будешь петь в этом зале. Но я не могу без публики. Я твоя публика. Ты будешь петь для меня. То есть вы меня подарили себе как игрушку? Как куклу? Хоть вы и чародей, а совесть надо иметь. Кто это все-таки стучит? Сама знаешь. Зачем спрашивать? Стучат и стучат. Ну что за дети пошли? Никакого воспитания. Мало их пороли. Ваша милость, отпустите меня к ним. Зачем? Зачем тебе эти холопы? Ты же теперь принцесса. Ладно, не сержусь. Сегодня я добрый. А если я договорюсь с твоими друзьями, останешься? Не спеши. Подумай. Подумай. Ну, как тебе? Класс. Она твоя. А рыбы тут не переловить. Что, не хочется расставаться с детством?
Конечно. Взрослым жить скучно. А вот детство... Детство – это хорошо. Вот и славненько. А хочешь, я оставлю тебя в детстве навсегда? А это как? Вечно будешь мальчишкой. Чего тут непонятного? А сестренку увижу? Если останешься в замке, то конечно. А деда? Не имею ничего против. Тогда остаюсь. А знаешь, что я делаю с теми, кто меня обманывает? Нет, ваша милость. Лучше не знать. В земной жизни я прочитал все эти книги и постиг магию в совершенстве. Но когда пришло время умирать, как суждено всем смертным, я нашел путь и перешел в другое измерение, прихватив с собой замок и все свои владения. Ловко, а? Да, ваша милость, но уму непостижимо. О, милый отрок! Люди не знают, что они носят на своих плечах, а носят они разум, которому все постижимо. Все. Вот, к примеру, я достиг только третьей ступени магии, а всего их 7. Так что дерзай. Вперед и выше. А я люблю книги. Они твои. Твои. И времени у тебя будет достаточно. Ты можешь стать великим магом, кудесником, колдуном, провидцем. Это сила. А сила – это власть. Здорово. Мне нравится, что вы рассказываете, ваша милость. Ну что, ты согласен остаться в моем замке? И смогу повидать Юльку? Какие проблемы? Заметана? А почему вы говорите, как мальчишки с нашего двора? Стараюсь быть современным. Юлька! Юлька! Ой, ребята! Продолжаем свою тактику. Угу. Совсем соглашаемся. Должен быть момент, когда он потеряет бдительность. Уснет, например. И мы уходим. Пора. А помнишь, Мирон рассказывал, как он их в темницу кидал? Думаешь, не поверил? Он же маг. Вы не хотите увидеть деда? Прошу за мной. Что-то долго наши хлопцы. Да, играет с ними пан, как кот с мышками. Как бы не сглупили чего. А то еще в подвал посадят. И если уже не посадил. Ничего, пан на сбор пойдет, а мы все разузнаем. Да когда уже стемнеет? Солнце не поторопишь. Оно и пана не слушается. Дедушка! Дедушка, здравствуйте, Семен Владимирович. Деда, пошли с нами. Вы откуда здесь? Обалдеть. Не отбивайся от нас. Пойдем с нами. Вместе оно легче. На кой вы мне сдались? Не дури, парень. Золото к добру не ведет. Это что ж ты заботишься обо мне?
А как же иначе? А ведь я избавиться от тебя хотел. Я же говорил, что это бандит. Не пойду. Зачем? Куда? Я, дед, открыл свою Трою. Сокровище Приама рядом с этим – карманные деньги. Скажи, ваша милость, это же правда? Все мое? Твое, твое. Пойдемте. Человек счастлив. Зачем мешать ему? Все эти богатства и стой, иной жизни. Я скопил их и забрал с собой, чтобы никому не достались. Ну, из вредности в том числе, если честно признаться, сколько же их потом искали. Тогда зачем первому встречному отдали? Богатства нужны там, где продают и покупают. А тут оно зачем? Тут никто не думает о хлебе насущном. Тут что все золото, что этот камушек одна цена. Что-то я ничего не понимаю. Где я? Что я? Коза моя недоина. Ну, дедушка. А? А тут ни у кого никаких забот. Пошли. Как вам мой костюм? Мне было всего 90, когда я сшил его. Как новенький, правда? Здесь ничто не ветшает. И никто не думает о еде. Ничего. Скоро я вам открою свою главную тайну. Пускай только солнце зайдет. Мил человек, может, надо сказать хлопцу, что на золото он здесь даже краюхи хлеба не купит? Я не мил человек. Я ваша милость. Ваша милость. Не отвлекай меня пустяками, старик. Я готовлюсь к выступлению. Будет что-то вроде тронной речи. Хорошо, выкрутились, не бросил в темницу. Чего хорошего? Мы бы и сами их вывели. Сами там были, все ходы знаем. А теперь вот пан повел их до костра. Надо выручать хлопцев. Кто бы иначе думал? А как? Не знаю. Но выручать надо. Надо же,
сколько вас тут скопилось. Кто только не приходил на нашу землю. Да не с миром. Веками кровушка лилась. Всю земельку нашу насквозь промочила. Покаялись хоть? Проходят годы и столетия. Время движется ровно и неуклонно, превращая в прах поколение за поколением, не щадя никого, ни самых достойных, ни самых непотребных, ни гениев, ни глупцов, ни грешных, ни праведных. Все, что приходит жить, Илья, иди сюда. Неизменно. Ой, а мы вас потеряли. Умирай. Ни за что не смотрите на огонь. Закрывайте глаза. И только над нами время не властно. Мы остаемся такими же, какими пришли на этот чудо-остров! Юля, Юлька, не смотри на... Отвернись, таким... не смотри! Еще чего? Может, мне хочется? И это потому, что у нас есть свое солнце, возникающее что, в ночи. Ты что, навеки остаться хочешь? Завяжите глаза. Дающее нам вечную жизнь. Ой. Тихо, Юля, тихо. Воскались, животворящий огонь! И наполни наши тела жаждоутоляющей и плоть насыщающей энергией. Возникни, пламя! Зачем мне куры, огород, хата, коза? Как хорошо без всего этого. Я без деда не пойду. Дедушка, идем отсюда. Кто? Пойдем. Куда? Идем, идем. Кто? Тихонько, Семен Владленович. Куда? Что это было? Порога какая-то нашла. Задремал, что ли? Быстрее, быстрее. Пан начнется, станет нас искать. Бросьте меня, старого. Спасайтесь сами, ребята. Дедушка, ты хоть и умный, а говоришь такие глупости. Идем быстрее. Да не могу я быстро. Ну, шустрики, меня обвести решили. Ну, ладно. Давайте быстрее, уже рассвело. Пан закроет границу. Ой.
Ай-яй-яй. Как же вам не стыдно? Я с ними любезничаю, стараюсь угодить во всем. А они убегают. Во что? Действительно никогда не пороли их. Лучший метод. Ибо не труд сотворил человека, а розги. А я все равно петь не буду. Знаю, по приказу ведь и птички не поют. Я ведь тоже занимался музыкой, живописью, поэзией. Я ведь тонкий эстет, я все понимаю. Я бы не стал с тобой возиться, если бы мог заставить. Ибо настоящий талант от насилия умирает. Если понимаете, так отпустите нас. Вы всех подбираете, кто под руку попал. А зачем вам люди? Я же властелин. А если никого не будет, над кем же я буду властвовать, а? Хе-хе-хе. Да чего смешно. Но мы же хотим домой, нельзя же насильно. Хм. А кто вас держит? Идите, идите. Прощайте, ваша милость. Я с ним схвачусь, а вы перебегайте. Стоп, 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 стоп. Не надо крови. Не люблю. Ну, дед, не ожидал. Прямо герой. Ого. Новую каверзу придумали, ваша милость. Граница? Вот она. Идите, идите. Да что? Истекло времечко. Граница закрылась. Вы совсем не ваша милость, а противный и вредный старикашка. Но зачем так грубо? Ничего личного. Так говорят киллеры в наших сериалах. Хм. Не знал. Ну что вы так рветесь обратно? Я же дарю вам бессмертие. Что может быть дороже? Ну, деда вашего я еще могу понять. Ему козу доить надо. И сено накосить. Самый покос. Огород, куры. А грибы пойдут, ягоды. Что ты, мил человек, лето зиму кормит. У тебя, Мирон, тоже куры. Ты о чем думаешь сейчас? О мамке с папкой. Как они там без меня? И без Юльки. А ты, Илья? Полагаю, оставаться мальчиком скучно. Надо закончить школу, потом институт, защитить диссертацию и сделать открытие. А именно, разгадать возможности перемещения из одного измерения в другое. Это будет так же просто, как из комнаты в комнату. А я не хочу без публики. Что за публика тут у вас? Каждый сам по себе. И ты хочешь покорить людей своим пением? Чтобы все восхищались твоим голосом. Ладно. Только вот принцип у меня. Если не мне, то никому. И что? Я забираю твой голос. Подумай. Я еще могу вернуть его. В обмен на свободу. Mm-mm. Убирайтесь. У вас 3 минуты. Вон! Идем.
Илья, подожди, а как же Виктор и Мирон? Сколько им было, когда Янка Мавр написал про них книгу? Им было по 12, когда они попали на остров. А с тех пор прошло больше 80 лет. Даже не знаю, что будет. Ну? Я платок забыла за мостом. Я быстро. Кто быстрее? А как же хлопцы? Догонят. Они нас бросили. И правильно сделали. Дурачки. Они вас спасли. В том мире вас уже давно нет. Пойдем, Михайло. Не понимаю. Не понимаю, Михайло, чем манит их эта смертная жизнь? Болезни, лишения, страдания, а им все нипочем. Они плачут и смеются, теряют и находят, падают и поднимаются, и спешат, 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 чтобы спеть. Чтоб добиться, чтоб постигнуть. Неужели только смертные знают подлинную цену жизни? Не понимаю. Не понимаю. Тоска, Михайло. Тоска. В школе расскажу, ведь мне никто не поверит. И мне никто не поверит. А пусть через год они придут поздравить пана с днем рождения. Зато у нас было настоящее приключение. Мне ребят жалко, они ведь тоже домой хотели. А мне Витька понравился, и Мирон тоже. Литературные герои не умирают, пока мы читаем книжки. Знаешь что, Юль? Что? А ты голос попробуй. Ты же слышал, я пробовала. Не надрывай сердечко, внученька. Лихо проходит, а жизнь остается. В жизни столько дорог, только выбирай. Придет оно к тебе, счастье твое. Куда оно денется? Не утешай меня, дедушка. Я что, маленькая? Вот, цветы из чуда острова. Они приносят счастье. Придумывай. Я уже примирилась, Илья. Ну, я подумал, что пан маг-волшебник там у себя. А тут он никакой не маг и не волшебник. Так что давай. Чудо-остров, и как после него.